Всем привет, девочки! На улице сейчас такая красота, но я решила снять видео для вас. Снимаю видео на балконе для того, чтобы было разнообразие, так как немножко мне поднадоело уже снимать в моей белой комнате с белым столом. Вот, хочется чего-то более живого и красочного. Вы можете видеть в отражении стекла небо с тучками. Мне, конечно, немножко все это дело светит в глаза, не очень комфортно, но я думаю, на время видео я немножечко потерплю. Сегодня я хочу сделать обзор на некоторую продукцию, и сегодня также будет конкурс. Так что для тех, кто захочет принять участие, присоединяйтесь, пожалуйста. Вот, условия конкурса я объявлю позже. Это вот такие вот средства от косметической фирмы VI Cosmetics. И у нее очень много разных продуктов органического происхождения, чисто из органических ингредиентов, довольно доступная по цене. Выбрала я для себя вот такую вот деликатную пилинг-маску. Она называется «Карибский кофе». Симпатично выглядит. И состав этой маски: каолин, масла какао-пальмы, виноградные косточки, рыжиковое, масло зеленого косточка, кофейный эксфолиант, кофейный отвар, соль мертвого моря, отвар чабреца, ромашки, паслена, ваниль, гвоздика, СО2, экстракт пижмы, эфирное масло апельсина и розмарина. Вот. Мне эта вещь очень понравилась, я ее использовала в душе. И самое главное, что видите, здесь сразу же идет пленочка такая, то есть все защищено. Достаточно густая консистенция. Запах приятный, кофейный, пахнет какао, ну, что-то такое вкусненькое, то есть действительно очень приятно. И вот за счет того, что в составе есть масла и в составе есть соль, эффект, знаете, какой? Наносите на лицо, на чистую кожу лица, и нужно выдержать 5 либо 10 минут. Эффект такой, наносите его, и получается очень приятное гладкое распределение по лицу, и потом легкое такое пощипывание происходит именно из-за того, что в составе находится соль. Мне вот это ощущение понравилось, потому что чувствуется, что средство действительно действует, и после того, как вы его смываете, так как в составе достаточно много масел, у вас кожа, она в принципе уже как бы напитывается вот этими маслами, которые идут в составе. И поверх можно не наносить даже увлажняющего крема. Следующее средство, которое я заказала у этой же фирмы, это уже у них другая серия идет. Серия называется CNB Natural. Это цитрусовый гель-эксфолиант обновления. Деликатно очищает, увлажняет, предотвращает шелушение, улучшает цвет. Состав: пудра из хлопьев овса, кофейных зерен, пектин, масло авокадо, хлопка, коллоидное серебро, честно говоря, не знаю даже, что это за серебро такое, отвар коры дуба, цедр цитрусовых и косметическая основа Липодерм Био, молочные сливки и витаминный комплекс фруктовых кислот, лецитин, экстракт ацеролы, ацерола? Что это? Эфирное масло лайма. Девочки, пахнет лимончиком, немножко апельсинчиком, чем-то таким. Но действительно цитрусовый запах. Консистенция более жидкая, напоминает такой вот йогурт. Ну, питьевой достаточно густой йогурт напоминает. И здесь вот отшелушивающие оранжевые частички имеются. Но их настолько мало, что отшелушивание, ну, практически не происходит. В этом плане, конечно, я бы не сказала, что он отшелушивает. Как средство полностью натуральное, вы им можете спокойно умываться с утра. Когда у вас просто кожное сало, и вы хотите его снять с утра и как-то немножко напитать свою кожу лица. Это средство вот в этом плане очень классное, действительно. Единственное, что оно не отшелушивает. Мне это средство понравилось. Единственный недостаток вот у этих всех средств, конечно, то, что банка такая, и нужно пальцами внутрь залезать и как бы уже пальцами наносить. То есть в этом плане
не очень удобно, а в остальном во всем средство классное. Его когда смываешь, тоже остается ощущение такое, как будто бы маслица на лице. И после этого, в принципе, не обязательно наносить никакой увлажняющий крем. То есть кожа уже с утра вы ей умылись, и уже она подготовлена к нанесению макияжа и к дальнейшим любым процедурам. И последнее средство, которое мне досталось, это бальзам для лица питания номер один. Вот такая вот уже баночка, 60 грамм. Многофункциональная питающая анти-эйдж система 2 в 1. Массажное масло и экспресс-маска. Нужно наносить как? Сначала просто слой там на лицо наносите, массируете и в процессе еще дополняете и тоже так же массируете. Потом оставляете минут на 10-15 и дальше просто смываете. Так как в составе опять же одни масла и присутствует еще на первом месте цветочный мед, пахнет медом, очень сладкий такой, даже приторный запах, я бы сказала. Вот, и действительно увлажняет хорошо. И вот смотрите, у него такая консистенция, выглядит как сливочное масло внутри. Видите? Его нужно хранить в холодильнике, потому что это все натуральные масла внутри. Если говорить чисто о моем мнении насчет этой косметики, это косметика действительно хорошего состава, хорошего качества, за приемлемую цену для тех, кто любит именно российского производства крема. Единственное, конечно, с упаковкой они не очень угадали, нужно упаковочку все-таки менять как-то, чтобы вот дозаторы были, либо ложечки для крема, чтобы они хотя бы клали в упаковку, потому что не всегда удобно ползать пальцами в эту баночку. И теперь мы подходим к классной части моего видео, это конкурс. Я объявляю конкурс, значит, вот на что. Мне пришло два вот таких средства с Америки. Это фирма ASDM Beverly Hills. Это крем микродермабразия с натуральными ингредиентами. Ложечка внутри. Что этот крем делает? Во-первых, он очень хорошо отшелушивает омертвевшую кожицу с лица. Вот. И одновременно он питает, увлажняет, немножечко подтягивает кожу. Написано вот Beverly Hills. Крышечка металлическая, алюминиевая, мне кажется, или пластиковая. Тоже с надписью Beverly Hills. Все так хорошо оформлено. Здесь вот тоже, как видите, пленочка специальная. И вот сам вот такой вот крем микродермабразия. Ложечка, которая уже идет в комплекте. У крема очень-очень-очень мелкие частички, которые отшелушивают кожицу. Таких мелких частичек я еще нигде не видела. Я не знаю, вам видно, не видно. Вот они мелкие-мелкие такие частички. В составе очень много разных масел. Масло жожоба, масло камомили, виноградных косточек, витамин Е, алоэ вера экстракт. Ну, здесь, конечно, есть химические ингредиенты, но они как бы, в принципе, нормальные. В самом конце списка есть масло розы садовой. Он очень-очень приятно пахнет садовой розой, и этот запах, он сохраняется надолго. Нанести на лицо с помощью вот этой лопатки и по массажным линиям скрабировать в тех особенно местах, которые нуждаются больше в очищении. Нужно так вот скрабировать минуточки 2 либо 3, потом просто смываете все это дело водичкой, и у вас кожа также остается увлажненной, на коже остаются вот эти вот масла, масло жожоба, виноградные косточки. Нужно обязательно после этого крема использовать крем жирный, который питающий, с защитным фактором SPF 30 как минимум. Ну, вы знаете все, что всякие очищения кислотами, пилинги во время ярких солнечных дней приводят к тому, что потом может образовываться разные пигментные пятна. То есть вот она у меня упакована, я ее вам в таком виде пошлю. Да, внутри ее никто не трогал, коробочка упакована в пленочку. Крем продается только в Америке, в России я такого не видела.
Цена этого крема, если переводить на русские деньги, в районе 1200 рублей. А для участия в моем конкурсе вам просто необходимо поставить лайк вот этому видео моему и напишите в комментарии, пользовались ли вы когда-нибудь средствами для микродермабразии. И если пользовались, то какими? И понравилось вам или нет? И еще не забывайте оставлять ссылку на вашу страничку ВКонтакте, либо в Инстаграме, чтобы я могла, если вы выиграете, я могла вас как-то оповестить о том, что вы выиграли. И разыгрывать я буду через 2 недели. Все, в общем-то, это было все. Если вам понравилось видео, приглянулись какие-нибудь средства, ставьте лайки. Если кому-то интересны средства от фирмы VI Cosmetics, внутри откройте инфобокс и смотрите, заходите на этот сайт. Вот, и всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, оставляйте лайки, всем пока! Девчонки, всем привет! Сегодня вот решила записать видео, я собираюсь с мужем и с его другом посидеть в Тануки. Это те, кто не знает, это ресторан, суши, бар. Хочу показать вам, как у меня Кузя сам устраивается спать. То есть он, у меня здесь было все заправлено. Я Кузю хожу, ищу по квартире, нигде не нашла. Гляжу, одеяло приспущено.